девчонки, вот снова я в моем любимом баре Баисата. Привет, добрый день. Поспала хорошенько после дождя, после гамбургера, который так и не съела. Всем привет. Я буду пить чай, девчонки. Кафе макиато буду пить потом. Девчонки, сижу в Эрмесе. Знаете, что мерил? Посмотрите, какой красивый цвет крокодил. Вот бы такой цвет биркин, да? На лето. Красный. Это 39-й размер. Сейчас попробую 38-й. Это бутик Падова. Это бутик Падова. Ой, какой красивый вот этот вот. Смотрите, какая элегантная красота. Какая юбка. Все бонтон, цвета бонтон. Я вот такая вот. Привет всем. Добрый день, девчонки. Не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Я хочу эти сандали. Хорошо, что не купила, которые темно-синие. Сапфир. Красные лучше. На лето, да? И даже зимой с черными. Ой, зимой говорю. Осенью с черными, с белыми. Всем привет. Я во французской туте. Красота, просто красота. Девчонки, знаете, куда мы пришли на обед? В ресторан Белой партии, где мы с моими подписчиками из Варшавы ужинали. Вот он прямо в центре. Смотрите, как красиво и на улице, как элегантно. Рыбы, ресторан рыбы, ресторан мяса, как хотите. Есть все блюда, называется Белой партии. Имейте в виду. Вот этот вот ресторан, внутри музыка, не могу снимать внутри. Всем здоровья и добра. День, девчонки, нахожусь с фасада Сант-Антония Падова, который приносит миракулы. Гаттамелата, вот она, Сант-Антония. Добрый день, девчонки, вот он вход в отель Баур, это холл отель Баур. Посмотрите, какая красота. Сейчас мы двинемся в сторону террасы. Всегда вот этот вот стол очень красиво оформлен. Слева раньше был бар. Была даже дискотека по пятницам, субботам до 3 часов ночи. Туристов много, понаехали. Слева ресепшн. Конечно, терраса сегодня солнечная сторона. Будет очень жарко.
Я уже много раз показывала этот отель Баур. Здесь где-то, по-моему, больше 25 евро стоит дринк на 7-м этаже. Видите, слишком солнечно сегодня, к сожалению.